Прием будет осуществляться по графику. С 11 часов до 12 прием проведет депутат Сергей Загвоздин. С 12 до часу дня будет работать приемная депутата Сергея Дорохова. С 13 до 14 часов граждан примет Александр Журавель. С 14 до 15 часов прием граждан проведут депутат ЗСК Николай Иванюшкин и председатель совета Леонид Кочетов. Приемная депутата Александра Дмитрова будет работать с 15 часов до 16. И с 16 до 17 часов примет граждан депутат Елена Некрасова. Прием граждан по личным вопросам пройдет в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу Анапа, улица Крымская, 125.